Всем добрый день. Сегодня 30 мая. У дочери день рождения. Встала пораньше и сейчас маленько хочу тут подсуетиться, для стола приготовить. Короче, торт хочу украсить. Вот вчера, который купили. Тут я достала, у меня мамба формеладки. Мэндэмс, потом вот эти вот, хочу цифры подписать, 16 лет. Сейчас посмотрим, как это все получится. Это я еще на Пасху покупала, вот эти рисующие карандаши. Кстати, возьмите на заметку, если для тортов даже что-то украсить, не только как на Пасху, да, можно сохранить и нарисовать. Салат я еще вчера построгала, сделала классический, как он, с кукурузы. Так, курица вот тут у меня мариновалась. Так, ну это я бедра так просто как бы делала. Там сейчас еще на шпажке все это сделаю. Ну вот, смотрите, если кому интересно. А, ну Пашку отправила сейчас сахар. Да. Тесто сейчас хотел для пиццы делать, и сахара не оказалось. Там надо добавлять сахар. Ладно, сейчас он сходит. Сейчас буду торт украшать. Ну, я его, во-первых, убрала. Я так поняла, они сами пекли в ленте вот этот торт. Он получился на кило 150 примерно. Ну, такой тяжеловатый, в принципе. Ну, так неплохой. Так, и сейчас я его буду украшать. Блин, я взяла M&M's не те. Они мне, смотрите, как вот этими большими шариками. А я думала, плоские, как украсить. И мамба. Не, мамба нормально, они такие плоские, чтобы это, ну, что-нибудь на торт прилепить. Вы на любой можете торт украсить. Так, я по инструкции, вот эти карандаши, их надо в горячую воду. Так, ну-ка, сейчас будем пробовать. Чтобы они обмякли. Так. Блин, смогу ли я сейчас что-то написать? Сейчас посмотрим. Так сильно жидко получилось. Ладно, сейчас. Короче, вот этими красками я хотела, знаете, подписать 16 лет. Но оно только, смотрите, вы можете вот украшения, какие-нибудь капельки сделать. Вот только вот такого плана. Ну ладно, сейчас что-нибудь разноцветное сделаем. Короче, зеленый я взяла. Такой яркий он. Видите, я думала, будут плоские вот эти мемы. 16 цифр, да, написать. Они получаются большие, получается вот так у меня. Сейчас еще мармеладками украшу. У меня тут такой сумбурный торт получился. Короче, вот и мармеладки я тут. И цифра 16 у меня такая неказистая получилась. Сейчас свечи, короче, достала. Вот эти фикс прайсы покупала. Только смотрите, знаете, аккуратно, чтобы цифры, ой, эти буквы были не сломаны. Вчера я смотрела пачки, вот М была напополам во многих пачках. Так, ну вот, короче, сейчас вот так вот. Вставляю. А с днем рождения вот тут, как дальше буду вставлять.
днем. Блин. Короче, вот как-то так. А сейчас я делаю в виде канапешек. Вот таких вот. Сыр, колбаска. Все ровно разрезала долечками и вот такими шпажками. Ну, можете, в принципе, любыми. Тут по ходу показываю, что я тут сделала. Так, бутербродики. Сейчас еще сверху зеленушку. Ну, зелень какую-нибудь. Вот такие вот канапешки я сюда переложила, как в минажницу. Так, здесь сейчас я буду делать пиццу. Тесто у меня уже в хлебопечке подошло. Так, уже вот нарезала. Так, что еще не забыла? Помидоры, колбаса. Майонез, кетчуп. Вроде не забыла. Так, противень подготовила. Курица тут с одной стороны поджарила. Так, что еще? Шарики повесили. Там еще в спальне я и повесила шарики. Так, тут сейчас скатерку поменяю. Короче, вот такая суета. Я тут уже посуду достала. Вот такую черно-белую, мою любимую. Также у меня вот тут можно с фруктов канапе разные. Сейчас как бы разделываю. И вот апельсин, банан. Можно хоть как чередовать. Так, курицу перенула. Сейчас буду опять заново в духовке делать. Короче, вот так вот потихоньку тут благоустраиваю. Так, салатик я наклала. Сейчас пицца у меня, короче, готова. Подружка уже пришла, они там общаются. Интересно. И фотку сделай. Да. Ты загадывай желание. Да я даже не сфотала, еще не успела сфотать. Прям на Леру. Бедная пицца. Давай. Давай. Пахнет классно. Я тоже себе тортик отрезала. Кстати, он очень вкусный. Это вот печет лента, и реально говорю. С удовольствием съела пол куска, и еще меня ждет. Он очень вкусный. Он как медовый, это они сами стряпают. До этого не было у них, ну, вот именно такого торта. Это вот в покупках я показываю это... Показывала название, кстати, но я коробку выкинула. Название торта. Кстати, очень вкусно, реально. Он вроде как бы тяжелый такой, но вкуснячий.